Традиционно в конце учебного года во всех досуговых центрах города под руководством организаторов и хореографов проходят показательные выступления воспитанников учреждений. Студия национального танца «Ритмы Кавказа» в Хасавюрте является самым молодым центром, где с малых лет обучают детей танцевальному искусству, умению ритмично и плавно двигаться под звуки музыки. Во Дворце культуры «Спартак» воспитанники хореографического коллектива выступили с годовым отчетом. Подобные мероприятия в виде показательных выступлений служат своеобразным отборочным этапом распределения воспитанников по различным городским ансамблям. Понаблюдать за результатами и достижениями детей пришли родители, руководство Дворца культуры «Спартак» и начальник управления культуры Рамазан Чарихов. Со стороны администрации муниципалитета всегда уделяется огромное внимание подрастающему поколению, чтобы у нас были такие занятия, кружки вокала, кружки хореографии, вот также по линии спорта и так далее. Чтобы... Хочу пожелать тульских успехов, также заниматься в дальнейшем тоже успехов вам. Заместитель директора Дворца культуры «Спартак» Айна Абдулазизова отметила, что больше чем за год существования студия национального танца «Ритмы Кавказа» отличилась положительными результатами. В программе хореографического коллектива имеются два готовых танца – аварский и лакский, с которыми принимают участие во всех праздничных мероприятиях города. Наши студии не все знают, только-только начинают узнавать, только начинают набирать обороты. Но я думаю, что встретимся ровно через столько же времени, и у нас будет уже огромная масса ребят, мальчишек и девчат будет еще сильнее, и будет у нас хороший ансамбль, который можно будет уже вывозить за пределы города Хасавюрт. Мы участвуем в различных мероприятиях городских. Наши дети участвуют в детских благотворительных каких-то концертах. Недавно на 1 июня они у нас открывали мероприятия на стадионе. В парке они принимали участие со своими танцами. В ходе показательного урока учащимся студии были вручены грамоты за старательность и систематичность посещения занятий. Годовой отчет показательных выступлений воспитанников досугового центра завершился исполнением хореографическим ансамблем своих излюбленных аварского и лакского национального танца. Зарема Хайбулаева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».